Вот она, Киргизия. Горы, пропасти, скалы. А где-то между ними в долинах города и поселки. Карта — это не проза. Карта — это точность. Чтобы проехать из столицы республики города Фрунзе в областной город Ош, нужно было сначала завернуть в Ташкент, объезд 1500 километров. А вот новая дорога из Фрунзе в Ош. Отправимся по ней в путешествие. Лента и легла она через Чуйскую долину. Сахарной долиной называют ее за плантацией свеклы. Трудом людей, напряжением их воли, тугая как мускул трасса поднимается иногда на высоту в 4500 метров над уровнем моря. Туннель со зданием метростроицев Москвы, Ленинграда. Так весной перегоняли овец на летние пастбища. И также ранней осенью обратно. Теперь все гораздо проще. 2600 метров через известняки и граниты и гнейсы, и мы в Сусамырской котловине, зеленой и щедрой. Миллионные эти отары можно пасти здесь на 2-3 месяца дольше. На магистрали и новая стройка республики. Токтагульская ГЭС. Разве скажешь, что реку Нарын по запасам энергии приравнивает к Волге? Но тяжелое, как лавовый поток, ворочание воды убеждает. Токтагульская ГЭС – вторая гидроэлектростанция на этой реке. Наедине с горами. Здесь рождаются новые профессии. Мы были в пути 11 часов. Спидометр отсчитал 600 километров. По дороге Фрунзе-Ош не успели еще написать в справочниках и энциклопедиях. А дорога уже живет. И день, и ночь.